смотрим 22-й звук. Звук иль-лио. Это звук для селезенки. Леса. Да? Значит, для чего нужна селезенка? Что она делает? Чего лимфа? Что она делает с лимфой? Что делает с лимфой? Что делает с лимфой? Что она делает? Нет, что она делает? Я не слышу. Что она делает с лимфой? Правильно. Правильно. Совершенно верно. Нет, ничего там не очищается. В селезенке очищается все в печени. И кровь там не образуется, кровь образуется в костном мозге. Красные кровяные тельца. А в селезенке находятся стволовые клетки. Селезенка отвечает за регенерацию. Вот вы знаете, что селезенка – это единственный орган в теле человека, который, если полностью удалить, но оставить хотя бы несколько клеток, может вырасти сама. А у особо одаренных вырастает даже две. Вы же были тогда, да, на семинаре там? Был замечательный совершенно человек, у которого выросло аж две селезенки. Одна возле другой? А? Одна возле другой? Да, две селезенки. Леса, леса. Вот. И, соответственно, если мы хотим восстановить в теле какой-то разрушенный орган или удаленный орган, мы можем это сделать. Нам нужно включить, то есть активизировать селезенку, а затем работать с соответствующим разрушенным, поврежденным органом. Предположим, вот удалили вам яичник, а вы хотите, чтобы он вырос. Сначала поем для селезенки, потом поем для яичника. Он начинает вырастать. А? Для меня тоже может. Да? Да. Значит, звук для селезенки иль-лио поется таким образом. Простой. Включаем диктофончики. Селезенка страдает в первую очередь от тоски. Когда мы в тоске, в депрессии, у нас плохо работает селезенка. Поэтому, когда мы в тоске, у нас гораздо хуже заживает все, что случается в теле, даже элементарный порез. А если мы хотим, чтобы какой-то орган заживал быстрее, то мы сначала работаем с селезенкой. Но на физическом уровне селезенка плохо работает, если у нас смещены шестой грудной позвонок и вообще верхние грудные позвонки, то есть 3-й, 4-й, 5-й. Поэтому сначала мы проверяем 3-й, 4-й, 5-й, 6-й грудные позвонки и правим при необходимости. А и каули. Ну, это понятно, да, селезенка находится. Здесь область проекции, здесь. Поэтому проверяем шестой и выше, А и каул. А потом поем для селезенки.